Я иногда не понимаю, друзья, как-то русскоязычные люди меня спрашивают, там газ есть или нет. Но здесь минусу не бывает, здесь мороз не бывает, друзья. Здесь 300 дней солнце, здесь растет авокадо и бананы, друзья. Поэтому здесь климат очень мягкий и тепло, друзья. Самая южная точка в Турции. Это где? Это город Мерсин, друзья, с вами. И сегодня с вами будет один плюс один и шикарная квартира, друзья. Отличное место расположения, район Тюмень, который самый быстро развивающий район в Мерсине, друзья. Так что, как у вас молодая жизнь, друзья? Кто нас смотрит, друзья, из разных стран? Казахстан, Россия, Украина, Германия, Чехия, Америка, Южная Африка и из разных стран, кто нас смотрит, всем большой привет, всем добро пожаловать на наш канал в Ютубе. Если вы еще не подписаны на наш канал в Ютубе, подписываемся, друзья, и поделитесь наши видеоролики, если вам интересно город Мерсин и город Алания, друзья. Вот эти два города, в самом деле, очень интересные, друзья, для проживания, для инвестиций. Как-то инвестиции – это однозначно пока город Мерсин, друзья. Как-то для себя, если вы хотите кайфовать, просто жить жизни, это город Алания. Конечно, цена тоже отличается. Например, в Мерсине недвижимость 2-3 раза дешевле, чем Алания, друзья. Это много можно говорить, вот это широкая тема, Алания или Мерсин, друзья. Но Мерсин – это моя родина. Я Алания живу уже 22 года, друзья. Если у вас какой-то вопрос есть именно про вот эти два города, вообще про Турцию, если вопрос есть, я всегда с вами на связи. Вот это мой номер телефона. Пишите, звоните. Так что вот эта красота сейчас с вами будет, друзья. Море буквально 400 метров. И песчаный пляж, широкий, большой пляж, друзья. Вообще в Мерсине по поводу пляжа проблемы нет, друзья. Здесь практически везде песчаный пляж. Так что, что есть здесь? Здесь есть сауна, хамам и огромный большой вот этот бассейн, горки. Баскетбольная площадка, детская игровая площадка, беседка, место барбекю. Вот это место барбекю. И, конечно, городская инфраструктура тоже очень хорошая. Рядом есть поликлиник, рядом есть аптека, рядом есть турецкий ресторан и пекарня тоже есть. И рядом есть продуктовый магазин, друзья, А101. Короче, место отлично. Место отлично, друзья. Давайте теперь поднимаемся на третьем этаже. Хочу вот эта одна квартира с вами поделиться. В самом деле разные этажи есть, разные расположения, разные квартиры есть на продаже. На девятом этаже есть, на первом этаже есть, на седьмом этаже разные этажи есть на продаже. Одна примерная квартира с вами хочу поделиться, друзья. Если вам интересны другие этажи, выше этажи, мы готовы с вами поделиться через Viber, WhatsApp и Telegram, друзья. Давайте теперь поднимаемся на третьем этаже. Поехали! Кадехинде зехир олса, бен ичерим бана гетир, дудакларын мюхир олса, бен ачарым бана гетир. Дудакларын мюхир олса, бен ачарым бана гетир. Ағладым гечелери, калбимдеки acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Allahu Ekber. Друзья, ну ты тоже поешь так, оператор? Да. Турецкие песни уже поешь? Турецкие подпеваю, да, на русском уже пою. Ну, в таком красота, в таком море, такой климата невозможно петь, действительно. Хочется здесь 24 часа петь, танцевать, кушать, наслаждаться. Так что мы, поэтому мы, турки, здесь
расслабленный немножко, если честно. Не торопимся, спокойно, все спокойно. Короче, друзья, мы сейчас с вами на третьем этаже. Вид на Средиземное море, вот ваш вид, вот этот вид. Красота, вид на Средиземное море, вид на бассейн, сад и огромный большой балкон, два балкона есть. Между прочим, еще есть здесь, друзья, парковочное место. Парковочное место есть огромный большой. Так что балкон вот такой, квадратный большой балкон, вы имеете право этот балкон еще засветлить, друзья. И если засветлите, получается еще маленькие комнаты у вас. Так что красота, красота, давайте пошли. И здесь сразу вот таком виде, чистый, посмотрите, пожалуйста, чистый, вот, чистый, двойное стекло и ламинат, везде, здесь ламинат, и здесь такое стильно, уютно, кухня, друзья, вместе с залом, очень красивый, хороший, мне вот этот цвет, вот этот дизайн очень нравится. Вот это. Тебе тоже нравится аппарат? Красиво. Красивый, да? Стильно. Просто для такая сцена очень красивый. Вот именно из этого я тоже люблю город Мерсин, друзья. Сцена адекватная и большая площадь. Вот это один плюс один, который на продаже 75 квадратных метров. На третьем этаже есть еще другие альтернативы. На первом этаже, на девятом этаже тоже есть. Это место холодильник. Вот, все готово. Чистые вот так продаются, без бытовая техника, без мебели продаются, как видит она, так продаются. Так что красота, чистый, никакой пыль нету, друзья. Так что давайте пройдем. Еще что можно добавить, вот здесь есть перехожая, сразу с левой стороны домофон, с правой стороны такой шкаф, это тоже выходит в стоимости, длинный большой шкаф. Так что это главный вход, очень хорошо продумано, да? Как-то заходит сразу телефон и ключи можете сюда здесь оставить, чтобы удобно. Мне очень нравится, все продумано. Так что пока не купили, поэтому свет, электрик, вода не подключили. Здесь есть ванная комната, душевая кабина, друзья. Итак, здесь сразу напротив у нас здесь спальная комната, тоже ламинат. Вот такой ламинат. Так что, друзья, если вам интересно еще другие варианты, вот такие похожие варианты, вы даже можете заходить на нашем сайте arbatoms.ru. Заходите на нашем сайте, для разных кошелек вы можете найти недвижимость в городе Мерсин, друзья. Давай, поднимаемся теперь. Итак, вот такой квадратный большой и спальная комната, и потолки большой, высокий. Здесь еще один балкон. Еще один балкон. Вот именно в Мерсине, еще я, что я люблю. Вы можете поставить место стиральная машина, где наш оператор стоит там. Это место стиральная машина. Можно место менять? Вот здесь вы можете поставить вот такой длинный шкаф. И здесь место стиральная машина, друзья. Где я живу, в Мерсине. У меня тоже своя квартира есть здесь. И у меня тоже стиральная машина в балконе, друзья. Очень удобно. Просто место экономите. Здесь тоже можно засветлить. И здесь отсюда тоже через спальную комнату тоже вид на море, друзья. Так что, короче, для сдачи аренды тоже очень хорошее место расположения. Для себя тоже очень хорошее место, в самом деле, друзья. Поэтому что нужно? Нужно... Если вам нужна более подробная информация, плюс 90 530 442 42 33, это мой Viber, WhatsApp и Telegram, друзья. Пишите, звоните, более подробную информацию вам расскажу. Давайте, теперь удачи, берегите себя, я вас очень люблю, пока.